Всем приветики, вы на канале Вожатская Мастерская. Сегодня я поделюсь с вами еще тремя играми, которые помогут ребятам познакомиться с отрядом. Но перед этим нажми на паузу, поставь лайк, подпишись на канал и щелкни на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Готово? Тогда начинаем. Дети становятся в полукруг. Один ребенок отходит от остальных и поворачивается спиной. Ведущий указывает на участника, который должен позвать отошедшего по имени, а ребенок должен повернуться и отгадать, кто именно его позвал. Если участник по голосу отгадал ребенка, но не может вспомнить, как его зовут, то ему следует уточнить это у того, кто его позвал. Важно не позволять, чтобы дети указывали пальцем. Чем больше они говорят и обращаются друг к другу по имени, тем быстрее закрепятся у них дружеские отношения. Каждому ребенку выдается бумага и карандаш. Вожатый засекает 5 минут. За это время ребенок должен написать пару фактов о себе, чем занимается, кем хочет стать и так далее. Когда время подходит к концу, ребята сдают листики вожатому. Он по очереди читает досье каждого участника, а остальные должны угадать, чье оно. Когда все высказали свое предположение, вожатый просит стать автором данной записки. Каждому участнику игры выдается небольшой листок и ручка, на котором необходимо в столбик записать ответы на 10 вопросов. Например, знак зодиака, любимый день недели, любимое занятие, любимый фильм и так далее. Далее вожатый дает время, чтобы ребята сравнили свои ответы и записали от 3 до 5 человек, с которыми больше всего общего. Далее каждый ребенок называет ответы на вопросы и с кем эти ответы сходятся. Игры простые и очень интересные, всем вожатым советую. И ребят, если вы посмотрели этот ролик, то оцените его лайком, если вам понравилось, или дизлайком и комментарием, если чего-то не хватило. Большое спасибо. Вы были на канале Вожатская Мастерская, еще увидимся.